Девочки, давайте посмотрим родовые сценарии. Это также входит в полную диагностику. Сейчас мы сделаем 4 варианта. Людей очень много. Первый вариант, второй вариант, третий, четвертый. И посмотрим, по какому родовому сценарию вы сейчас идете. Загадайте циферку 1, 2, 3, 4 очень быстро и долго не думайте. Да? Поехали смотреть. Единички, что вышло у вас? Так, ну давайте с этой программы начнем. Такая очень распространенная программа, что деньги — это зло. Получение денег на бессознательном уровне ассоциируется с болью, страх вообще иметь деньги. Человек подсознательно не может принять деньги, избегает их, чтобы избежать боли. Часто программа связана с раскулачиванием предков. Так что, девчонки, это все тоже можно проработать. Приходите на диагностику и посмотрим, как это исправить. И вторая программа у вас идет по роду состояния жертвы. Человек – вечный страдалец, все время создает ситуации, где становится жертвой обстоятельств других людей. Постоянные жалобы на жизнь, зависимость от того, чтобы его постоянно жалели. Программа идет из прошлого века, когда ли жалостью можно было выжить, или по-другому человек не умеет получить любовь и внимание. Так, двоечки. Второй вариант, что у вас? Давайте посмотрим. У нас вышло подавление эмоций и смена ролей в паре. Тут сильные женщины и женственные мужчины. То есть женщина, грубо говоря, как мужик в юбке, тащит все на себе. Девчонки, кто себя узнал, приходите на диагностику и будем уже более внимательно разбирать ваши родовые сценарии. То есть женщина в мужских энергиях привлекает мужчин в женских энергиях и наоборот. Она обеспечивает, работает, принимает решения. А он, возможно, занимается домом, детьми, ждет ее, принимает ее команды. Может, вообще не работает, а может, на шее висит. То есть тут могут проиграться различные варианты. И подавление эмоций. Глубинная блокировка эмоций, непозволение себе чувствовать, проявлять различные чувства, не гневаться, не плакать, не слышать себя, не чувствовать свое тело. На этой почве часто появляются болезни. Есть такое понятие, как психоматика, да? То есть это тоже, девчоночки, все можно будет проработать. Так, троечки, что по третьему варианту вышло? Одиночество, замкнутость в себе и подавление мужской энергии. Тоже, девчонки, видите, перекус идет большой. Женщины подавляют в мужчинах мужественность, делая их слабыми. Или привлекают именно таких мужчин. Это идет из страха сильных мужчин быть подавленной или обиженной ими. В роду подавлен мужской аспект или мужская энергия негармонична. И программа одиночества, замкнутость в себе. Уход в себя, уход от мира, недоверие людям, замкнутость. В одиночестве человеку комфортнее, и он его к себе привлекает из-за страха. Нужно учиться открываться. Да, тут тоже есть над чем поработать, поэтому, девочки, приходите, будем разбирать ваш вариант. Четвертый вариант. Нереализованность, и мужчины уходят. У членов рода не удается реализоваться в социуме. Такие люди прилагают очень много усилий, но успеха достичь не удается. Нет отдачи от внешнего мира. Нет баланса между всеми сферами жизни, идут перекосы. В одной сфере может быть все удачно, в других нет реализации. И это нехорошая программа, которая касается непосредственно темы отношений. Женщину все время бросают мужчины, все время ей кажется, что ее бросят. Зачастую корень программы лежит в детстве, когда девочку покидает папа, уходит, умирает, либо предает. Девчонки, в общем, если будет нужна моя помощь, пожалуйста, пишите. Контакты находятся в шапке профиля. Все, давайте, пока-пока.